Вот мы и встретились, римлянин. Сдавайся или умри. Дать тебе разрушить Рим? Нет! Обоим нам не победить. Я не могу позволить тебе встать на моем пути. Thank you.
Сдавайся! Прямо сейчас, Будика! Мари, сын Рима. Мы с тобой очень похожи. Судьба сделала нас врагами. Но в другой жизни... Быть может, в другой жизни. Не в этой. Да. Не в этой. Давай, римлянин. Давай.
Центурион Север, ко мне! Покажите это с самого высокого места. Варвары увидят это и побегут. Мы победим! Раз ты здесь не ради моей защиты, то для чего? Ты приказал убить мою семью. Ты оставил Рим в развалинах. Все, что произошло, все эти ненужные жертвы, тому причиной твоя зависть, тщеславие и гордыня. Стой, 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 стой! Ты не забыл пророчество Оракула? Император может погибнуть только от своего меча. Ты не можешь убить меня. Только я могу, ты сам сказал. Умоляю! Дай мне кинжал, генерал. Чтобы я мог хотя бы умереть, как император. Даже если и не жил, как он. Ты сказал, варвары побеждены. Значит, это не они бьют в дверь. Это мои преторианцы. Стража! Стража! Дамокл здесь! Он хочет убить меня! Защитите меня! Марий, мой дорогой, ты хоть представляешь, сколько проблем ты создал? Как сложно мне было собрать все эти кусочки. Цивилизации. Марий, осторожно! Вы, смертные, играете в свои игры, а мы, боги, в свои! Но у игры есть правила.
Со временем Рим излечился, а его цивилизация снова разрослась и расцвела. Город, спасенный невоспетым героем, простоит еще тысячи лет. Рим выстоит с того дня и до последних дней человечества.